Заман хайрлысын сайгылы сиредичилер, хош бу штук эфирда ГРТ каналы Гагаузия Гюнгюнгюн программасына хемдонгю төрчүсү Биан Полина Барбова. Бүгүн бизде студияда булуңер Гагаузия дзюдо спорт чечитинде ачык чемпионаттын баш давачысы Петр Куро. Заман хайрлысын сизе Петр Федорович, хемда чок саун, аны кабетинис теклифимизе келдиңиз язалым дейни бир лазымны файдалы хем пек мераклы программы бүгүн. Доброе утро. Спасибо, что пригласили. Наверное, есть о чем говорить. Я хочу сказать, что вот буквально на выходные дни, 16 ноября, состоялся открытый чемпионат Гагаузии. Это 16-й по счету, это в новом времени, как говорится. 16-й по счету открытый чемпионат, где мы приняли 16 команд из городов и районов Гагаузии. И участвовало 160 участников. 15 весовой категории. Борьба была очень интересная. Команда были очень довольны. Ну, и подробности какие-то еще нужны, я готов ответить на любой вопрос, который вы представите. Петр Федорович, массу сбылончинда бюин лафетичиз Гагаузия гюнгюнгюнна программасында. Сайгылы сиредичилер, бир кыса аралыктан соора бизгене булуша жез бу студияда калам биземне. Неде барышык тайлер сиз да сүйлөдүңүз. Кечен жумартеси күнү Касым айынын 16-сында Гагаузиянын баш касабасында Комратта кечти Гагаузиянын дзюдо спорт чечитинде ачык чемпионаты. Ангысыны курду хем кечирди Гагаузиянын генчлик хем спорт баканы. Илктан теклиф эдерим силердин сюжеты насыл кечти. Бу мераклы ярашмалар ангысыны азырлады менин коллегам Валентина Чобан. Ондан соора биз илерлетебиз кенди конумузу. Гагаузиянын дзюдо уурунда чемпионаты ени колайлыклары ачыр. Нече бежерикли спортчулара үлөдөгөндөрү ким дзюдо уурунда илк адымдары жасайт. Хепси күрөшчүлөр кенде эң ии бежермектерин көрсөтүүгө чалыштылар. Бундан кайра быйыл чемпионата таа чоок некадар былдыр спортчу катылды. Сөйлөдү Гагаузиянын генчлик хем спорт баканынын башы Вячеслав Драгой. С каждым годом все больше и больше команд участвует в чемпионате Гагаузии. Поэтому еще раз огромное спасибо всем командам. Ел-елдан каталанларын сайысы зейделенер. Шүкір эдерим бунун үчүн тренерларымызы. Чүнкі маасус онларын хатырынан дзюдо илерлер. Біз истейбиз ки бу чемпионата келен елларда таа чок киши катылсын. Сказать, что мы всегда рады видеть у нас как можно больше спортсменов и как можно больше команд. Тренер хем судья Геннадий Милешкевич сөйледен бүк хавезлен бу чемпионата хер ел катылыр. Пек севермсин келмей абрай. Меним кардашым яшай Казыкта. Мен бир-эки күн онда булушарым оны. Кишин келдик бирай булушарым Петр Федоровичтан. Күрөшөчүз, күчтүүчүз, гүзель. Güzel görüşmek istediğiz. Sağolun, götürme. Sağolun, hepsinize sağlık. Дзюдо Молдовада хем Гагаузеринде илерлер. Халис быйыл олимпиадая катылан спортчулар ики бронза медалисине алдылар. Оннардан өрнек алырлар күчүк спортчуларда. Сөйлер Молдованын шанлы тренери Петр Куро. Спортчулар кенди бежермеклерине пек гөзел көстерерлар. Еменим ани бу чемпионат оннара вережек колайлык табир басамак икары олма. Александр Булгар чемпионатта күрешті, ама таратты. О гүченмесін дейіне янында олан бобасы тұттырды оны хемді доуру лафлары сөйледі. Ачыклайырак, ане, хер керет йок насыл тарама. Хем ане илерде оны бүйік башарылар, беклерлар. Он уже и медаль имеет по дзюдо. Второе, третье места занимал. Занимается он с малых лет, с 5 лет занимается, потому что он мечтал об этом. Очень сам напросился, мы его не заставляли. Улумун вар медалилери, 3 медалиси вар 1 жылдын ичинде. 5 жашындан бери спортлан занаатланыр. Хемде кендиси бу спорту сечти. Бүйүк улум да дзюдойлан занаатланыр. Главное участие. Всегда, конечно. Очень, потому что мы сама семья спортивная. У меня старший сын тоже спортсмен, младший тоже спортсмен. И я думаю, что только начало. Александр Булгар адады, а не мутлак, илери доору кидечек. Чүнкү ойстер... Молдова чемпиону титулуну казынма. Автономияи Гагаузия дзюдо чемпионатында 4 команда темсилетти. Бүтүндөн 80 спортчу. Оннар 9 алтын медали, 6 күмүш, хемде 15 бронза медалисини казындылар.
Истем табирса чок сау сөйлеме билим коллегама Валентина Чубана аңгысы хазырлады бу мераклы сюжеты. Ярышмаларда пай алды 160 спортчу Молдова девлетин 16 районларындан. Нереде кечтиле ярышмалар түрлү яшта хем да чеки килаларда. Петр Федорович, сиз нече Молдова девлетин шанны тренери, Гагаузия дзюдо спорт чечетинде ачык чемпионатын баждавачысы идиңиз. Сүйлесиңиз нече бүтүндөн кечтиле ярышмалар кечен жумартеси күнү Касым айынын 16-сы Кумрат Касабасында. Я видел сейчас только что сюжет, который сняли тогда операторы у нас. Достаточно объемно они показали весь репортаж. Ну, что добавить сюда, что я пригласил 20 команд, из них приехали 16. И ребята откликнули, все мои друзья, коллеги, которые тренируют по борьбе с дзюдо. И провели очень красивое мероприятие. По современным правилам, которые сейчас изменились, уже 3 или 4 года, как изменились правила. Но на будущее, я так понимаю, что эти правила опять будут, изменения будут, и нашим ребятам немножко будет проще бороться, потому что есть некоторые условия, которые ставят ограничения нашим воспитанникам проведения тех или иных технических действий. Вот, например, я хочу сказать о соревнованиях, которые сегодня мы провели, и которых правил надо было придерживаться, и детей надо было удерживать от некоторых бросков, которые мы учим. Я понимаю, это, имея опыт работы тренером, что это ребенку, если не дашь эти базовые технические действия в детстве, вот в маленьком возрасте, уже когда он станет 14-15 лет, уже это техническое действие уже никак не поставишь. Поставишь, что он уже не тот уровень выполнения будет этого упражнения, этих приемов. Вот поэтому были некоторые нюансы, некоторые были шероховатости, когда судейство, хотя судили у меня очень опытные судьи, которые судят республику, судят международные турниры. И были разночтения там, тренировки, субъективное мнение тренера, что вот не так оценили, не так оценку дали. Но, тем не менее, мы сделали очень красивое мероприятие. Я считаю, что ребята получили огромный опыт. Многие, те, которые даже проиграли, те, кто стали чемпионом, мы показали, на что они способны. И самое главное, что мы прошли соревнования без единой травмы. Серьезной травмы вообще ни одной это не было. Даже наш медработник, который там присутствовал, когда должно быть на соревнованиях, он, наверное, был больше счастлив, она, наверное, эта женщина, вот, доктор, она больше, наверное, скучала там, чем оказывала помощь. Практически к ней никто, ни один ребенок, маломальская травма. Это говорит о том, что ребята более-менее подготовлены к этим соревнованиям. Тренеры работают на местах, и наши гагаузи выступили около 80, только из гагаузи 80 участников. Я хочу отметить, что наша команда выставила 35 человек, комрад спортивной школы. Чешмегу выставила 14, и был, конечно, тоже 14, 28 человек они. Выставила очень хорошую команду казакли. И я вот уже оператор нам сказал, что сколько медалей завоевали спортсмены гагаузи. Геледжав сурышым таман бунынан баалы, якшарсы да таныштырем сизе онынан. Нече анашылды, Гагаузиянын дзюдо спорт чечетинде ачык чемпионатында автономия белли этти 4 команда. Лазым чизгилеме ане бу 4 командаларын спортчулары казандалар 9 алтын үдүл, 6 гүмүш, хемда 15 бронза медальлерине. Бу чок сүйлер, хемда бүйүк ходулук биздин Гагаузиямызга маялис нече кендилерине спортчулара, үлөдө тренерлара, аңгылары бире-бир занатланырла спортчулардын Хемда чок вакыт хазырлыкта генч уланнары чемпионатлара сүйлөшөбүз. Петр Федорович, сизинден казанылмыш якын 50 үдүл. Унларын ичинден 16, 6 үдүл самбода, 1 дзюдода, хемда 3 алтын үдүл Европадан кетирдиңиз. Сүйлөсөңүз, несе дуйгулар сизди каплардылар? Ачык хабарлендин автономиянын спортчулары тарадылар, хемда казандылар 9 алтын үдүл. Это говорит о том, что ребята на местах тренера работают, и мне это радует, потому что я как работник управления молодежи и спорта проводят и аттестацию многие тренеры, многие самые вижу, кто где работает и как работает, а результаты всегда налицо вот на этих соревнованиях проверяются, как будто дзюдо, самбо или вольная борьба, или все наши результаты наших тренеров видно всегда. Это отражается на их работе, как оценочной работе, как они там в школе, какие там они чувствуются, руководитель, как самая работает со своими тренерами. Мне очень импонировали в последнее время, как работает Михаил Бербер, Чешмекиосили. Вот у него 3 чемпиона на этих
на этом чемпионате нашем. 6 из них Камрад выиграла, призовых мест и трое у него. И финалисты у него еще несколько серебряных медалей, у него бронзовые медали. Вообще всего у него там 9 медалей всего, 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых, наверное, у него. Там чувствуется, что парень отдается душой этому виду спорта, и результат у него налицо, конечно. Большая часть, я всегда говорю, что если тренер приходит на работе и не сидит, не делает вид, что тренирует, и непосредственно с детьми работает, это чувствуется, что это отдача есть, как так или иначе. Очень хорошую команду привезли Бельцев, очень хорошую команду, Бендер, очень хорошую команду привезли. Это известные школы борьбы, дзюдо и самбо. Вот даже в последнее время в эти же сроки проводил чемпионат Европы в Польше, в городе, как называется, город такой интересный, но там проводил чемпионат Европы, и наш воспитанник Бельской школы Михаил Латышев занял первое место на чемпионате Европы. Это вообще очень хороший, серьезный результат, и он не первый раз отбирался на Олимпиаду, парень, ему 23 года, 22 года ему, или 21. И он в возрасте 23 года выиграл. Очень хорошо, короче. Ну, как-то, знаете, созвучно. Старшие ребята с Казакли уехали на Балканиаду, оттуда привезли тоже золотую медаль и бронзу привезли. Короче, мы контролируем эту ситуацию. Борьбы самбо и дзюдо. Эти ребята проехали под дзюдо в этот самый казаклийский часть. Здесь были, у них немножко чуть меньше своих возможностей выступили, но тем не менее чувствовалось, что были у всех желания выиграть. И я думаю, что еще я уже с самого начала сказал, что эти соревнования дали многим ребятам очень большой опыт, потому что большинство из них провели по 3-4 схватки, а для такого ребенка в этом возрасте 3-4 схватки за один день провести – это очень большая нагрузка, во-первых. И надо сказать, что немножко надо регламент, наверное, проведения этих соревнований делать по-другому. Надо 2 или 3 дня провести, потому что мы не успеваем немножко увидеть все схватки, тренера не успевает увидеть, как готовы ребята, как они выходят на ковре, что они там делают на этом ковре. Надо так, чтобы более-менее напряженная ситуация была, потому что так получается, немножко временные рамки нас подгоняют, и в один день провести 160 человек участников – это очень сложно немножко. Кенес арамызда биз Гагаузия радио телевизионун жумня компаниянын узмандары кутлайбыз сизди бул ишке чыгыштардын сүрөтү спорт урунда масыз дзюдо спорт чечетинде бул чок сүйлөр бул сүйлөр менен сиз чалышырсыңыз ар күн чалышырсыңыз кеч вакыттардан кем да азырлайсыңыз спортчуларды чемпионата сүйлөсүңүз бул чемпионата эмне кадар вакыт сиз азырладыңыз биздин спортчулар. Ну, знаете, как в этом возрасте, как сказать, что запланирована эта сама подготовка, это сложно сказать, потому что обычно такие соревнования, где Европа, мир, вот туда, наверное, запланирована идет подготовка, есть сборы, есть варианты сбора, которые должны быть готовы, готовить надо ребят на чемпионат Европы и мира. А вот эти соревнования, внутренние соревнования, мы должны быть в текущей форме, знаете. Мы работаем, как работаем, но так, чтобы нагрузка ребенка, приходя на соревнования, почувствовал, не это самое, не травмировался, не, как, не получил негативные эмоции, когда он выходит на ковер. Потому что если он не готов, он вышел, проиграл, вышел оттуда, сказал, наверное, бросить может кимоно, уйти с тренировок. Мы должны работать так, чтобы они были всегда готовы к этим техническим и соревнованиям. Я на эти внутренние соревнования сказать, что вот особый подготовка какой-то такой. У меня всегда тренировки жесткие, и они должны быть готовы всегда к борьбе. Потому что я начинаю здесь готовить, я буду в режиме таком готовить их на этот на соревнования, и они просто не выдержат. А форсировать подготовку ребят и загнать ребят какой-то там большими нагрузками, это не мой метод, короче. Я даю ребятам это как тот уровень, это самая физическая нагрузка, который для организма привычно, для организма должно быть незапредельным, и человек, который готов всегда выложиться в нужный момент. Среди Кангагаузиадан 4 команда паялда бу чемпионатта сүйлөсүңүз качки шехепсиде. Эмне якшарсы бу командалар аңга яшамакерлеринден? Ну, я уже сказал, у нас выступили на этом чемпионате около 80 человек наших только гагаузских спортсменов. Был, конечно, Чешмекю, Казакли и Камрад. Около 80 участников. Я просто хотел немножко там акцентировать внимание на то, что место проведения соревнований нам тесновато, знаете. Вот мы уже проводили в нашем зале в комплексе
На стадионе мой свой комрад, но тот комплекс, который есть, построили там спортзал. Я не хочу упрекать то, что там немножко не так выглядит. Он выглядит красиво, но немножко очень удобств много там. Неудобств много. Во-первых, раздевалки маленькие, посадочных мест мало тоже. Раздевалки детям не раздеться. Если они раздеваются на скамейках, на трибунах, получается, что посетители, которые пришли смотреть это соревнование, они стоят все. Даже ребятам, которые переодеваться негде толком, если для Камрата и вообще для Гагаузи, наверное, представляется какой-то другое самое, такое сооружение, более-менее такое комплексное, которое можно провести со зрителями где-то более 5000 человек, чтобы был зал хороший такой, соревновательный зал такой, знаете, модуль какой-то такой надо иметь, чтобы хорошие раздевалки должны были, не раздеваться там, где скамейки, где сидишь, там и разделся, зрителям негде стоять. Вот вы увидели, как в нашем репортаже, все участники стоят возле ковра и смотрят, но это не должно быть так, практически должно быть, как ковер свободен должен быть, и возле ковра никого не должно быть. И немножко места, я думаю, это не только мне мешает, но в остальные другие виды тоже не могут, можно такие большие соревнования провести. Вот мы сегодня собрались 16 команд, 160 участников, зрителям негде стать даже. Вот немножко вот это надо подумать, наверное, для, на будущее для Гагаузии, для Камрад, наверное, посмотреть такой спортзал, спортивное сооружение построить, чтобы можно было пройти спортивные мероприятия любого масштаба, даже республиканское соревнование. Мы готовы за чемпионат республики провести, но где провести, если нет места? Але здесь бы была проблема. Большая проблема для нашей Гагаузии, и не только здесь в Камрате, но и в Вулканиште, там волейбольная команда должна на выезде выиграть. Сейчас баскетбольная команда у нас в Чадырлунге очень такая, идет в высшей лиге, в первом месте, все матчи проводятся в Кишиневе. Тоже не дело абсолютно. Я не понимаю, как можно так иметь ведущую команду республики, а места проведения нету. Ведущую команду волейбола республики, Вулканиста, проведить соревнования негде. Здесь вольная борьба тоже не на плохом уровне, на хорошем уровне вольная борьба. Где провести соревнования? Чемпионат республики мы можем принимать, потому что нет места. Дзюдо сам, я могу провести здесь чемпионат любого уровня даже. Можем привести здесь турнир международный провести, но... Исходя из того, что не позволяет наш спортзал, который сейчас уже единственный, который на все рассчитывает все виды спорта, и то он не безразмерен, там невозможно проводить такие серьезные крупные мероприятия, которые там с полным залом зрителей, чтобы можно было там, люди пришли посмотреть, чем занимаются хотя бы их не дети. Вот у меня сейчас были очень много родителей, приехали команда с родителями, там 10 участников, 10 родителей приехали, а где стать? Ребята, люди стоят возле этого зала, знаете, немножко так, вот эта ситуация надо как-то выровнять, я не знаю, не то что выровнять, надо подумать, как правильно сделать, построить хороший спортивный комплекс здесь. Сисінші Гагаузия генчілік ем спорт баканның ұзманы. Сөлесініз бүйінкі гүнлер Гагаузияның хер бір яшыма керінде ме ұшақлар занатланыйлы дзюдо спорт чешетінні? Получается только Камрад, Вулканиште, Чешмекёй и Казакли. У нас 8 тренеров всего работает по дзюдо. И сам бы немножко, я вам скажу, что чувствую. Хотя есть села, где можно было еще дополнительно запустить и как его, чтобы тренировали самбо и дзюдо, но для этого нужны специалисты. И не специалисты просто так, который отборолся там и сегодня пришел, хочет тренировать. Это специалист, который закончил вуз или какой-то колледж закончил спортивный, чтобы он мог имел понятие, как правильно работать с детьми. Бізде бар пек чок талантлы ұшақлар аңғылары істерлер занатлан мар дзюдо олан сөйлежейіз. Ама ек олықлары, чүнкі о яшама керенде неанда онлар яшайла, чалышмай сөйлежейіз бұ секция. Я чувствую, что люди заинтересованы дзюдо, потому что это олимпийский вид. И очень многие хотели бы заниматься. У меня даже есть проблема, даже приходят родители, возьмите моего ребенка, возьмите. Но я мои временные рамки не безразмерны, я не могу туда людей принимать всех подряд. И я должен, во-первых, подготовка этих детей должна быть соответствовать, чтобы они попали в мои группы. Я тренируя, у нас есть переходные варианты, это начальный подготовка, в чем тренируешься, и в этой группе переполнены, у вас туда невозможно принимать дополнительных людей без подготовки.
Просто мне да вот сюда вчера пришли на тренировки родители, давайте возьмите моего мальчика, там, девочку. Я говорю, знаете, я не могу сейчас это взять, потому что уже первый учебный год уже 3 месяца как идет. Надо прийти вовремя. Я направляю, я говорю, с сентября месяца выходите, может, что-то придумаем. Я думаю, многие тренеры такие, родители думают, что когда они вздумают, тогда можно приходить записать ребенка на ту или иную секцию. Надо приходить вовремя, своевременно. Сентябрь месяц учебного начинается, хотя бы в течение сентября надо записать своего ребенка, чтобы он хотя бы немножко имел понятие, что дальше, что с ним будет дальше. И, ну, для этого нужно какое-то желание только родителей. Я понимаю, много родителей приходят, да возьмите ребенка, он такой способный. Способный он для вас, он способный. Для меня он другой, может, даже не подходит, не только для меня, но другой тренер, как такого. Тетаман Геледия Сорошум Генебала Бунумна. Сизин Бюн Варколайнас, Даншасын Суэнсаннара, Уген Чуланнара, Англары Истерля, Занатлан Мабу Киамир, спорт чешетинна дейджиз дюдойлан, хемда неверер бу спорт чешети генч уланнара. Я просто всегда говорю ребятам, которые ко мне приходят на тренировки, и надо приходить вовремя. Вот я не люблю этот переростка, который приходит мне 15-14-15 лет, они говорят, возьмите нас на ТСМ, я хочу тренироваться. Ну как можно 14-15 лет? Хотя я сам очень поздно начал, но я одержимый был на это за борьбой. Но я вижу, человек пришел просто отбыть время, у него сейчас погода поменяется немножко, холодно стать, они все забываются уже как тараканы в щели, в зал заходят и начинают мешать на просто, знаете. И я говорю, на тренировки приходится записываться 9-10 лет. Записывать 8-9-10, это 8 это еще куда ни шло, но 9-10 лет, вот тогда человек, который еще осознанно пришел, он со своим выбором, он хочет что-то делать. Но 14-15 лет, он уже, его просто имеет свои навыки, если он где-то еще ходил на другие виды спорта, это вообще неисправимая ситуация. Я считаю, что такая безнадега, что я говорю, всегда говорю, я даже могу сказать, что если бы с этого сезона 15 обратиться родителям, которые имеют детей до 9-10 лет, не забывайте приводить секции, не только дзюдо, там самбо, вольная борьба, или волейбол, баскетбол, футбол, но и детей надо заранее, вовремя давать секции, потому что с опозданием это не делается. Есть желание, ребята пришли, но они такие, ну, другого слова не подберут, деревянные, что с ними невозможно, исправить его невозможно, их так, немножко так было, сравнение немножко такие, но так. Как есть. Петр Федорович, бір айдан барасты Азияда қалды, 2024 жылын біткісінеден сүресіңіз насыл планадыңыз кешірме бұвақыды? Ну, как, у меня сейчас очень насыщенная программа, до Нового года еще есть 3 соревнования, я должен участвовать в 2 чемпионата, есть по самбо, взрослые и самые маленькие кадеты, есть младшие, 2 чемпионата республики по самбо, есть турнир в Лёво, есть чемпионат Молдавии по дзюдо, если я успею, значит, буду участвовать, но знаете, что это не то, что успею, не успею, но у нас очень большие финансовые проблемы для того, чтобы выехать на соревнования. В последнее время я говорю, что мне просто не получается так, что надо напрягать родителей, детей надо напрягать, чтобы ехать на соревнования. Это не дело просто, знаете, надо, чтобы это финансирование немножко было каким-то по-другому рассмотрено, и чтобы финансирование хватало не только на начало года, но в течение года должны мы иметь финансирование на участие в тех или иных соревнованиях, которые запланированы. Уже известные соревнования, мы даже туда не всегда можем ехать. Но, тем не менее, исходя из некоторых позиций, мы находим возможности, варианты, выезжаем. Истерим Чизгелемян, 2025 елда Молдова девлетті елк сыра кабледечек Европаның чемпионатыны дзюдо спорт чешетінде геншлерін араларында 23 яшына кадар. Бұны хабарлады Касым айының 18-інде Молдова девлетін үйреттім министерлігі. Министерлікті хабарлады ане замандаш чемпионатында аңғысы Полонияда кечті Молдовы официал гелен ярышмакларын чорбаджикасыны айырдылар. Чок сау ол. Петр Федорович, не болдуңыз вакыт, келдіңіз, бүгін катылдыңыз, анаттыңыз, насыл кечті бұл чемпионат бізде бұрада, Комратта. Касым айын 16-сында, кечен жумартесі күні, табырса сүрежем, ане пек бүйік іш апырсыңыз, емді пек ий чықшылары көстерерсіңіз, чок еларын сүресінде, Алла башлысын, сізе ұзын өмір, кави, сағылық, емді та чок елар хазырлаясыңыз, дил бір чемпион. Сау ол, 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 сау
Сайгласиджилям Гагаузиан Яшанар, Гагаузия Гюнгюнна программа, Сьяклашта Сонна, Табирса и Стим Гитермеса Накланза, Аня Бюмбизя студия Даблунду, Гагаузия Дзюдо Спорчи Шитенде, Ачик Чемпионатын Бажда Ваджисы, Петр Федорович Курукалам, Зимна Калан, Грете Каналанда.